Цель, которую вечер, братья и сестры, спасибо всем, что вы сегодня здесь с нами пришли разделить нашу радость, наши праздники. И мы празднуем в нашей церкви 15 лет. И мы рады, что вы сегодня пришли с нами разделить. И также в нашем служении сегодня наши гости, наши друзья, которые будут делиться словом. Епископ Сергей Журавлев и также Филипп Реннер. И мы ждали их. Многие из вас их видели по телевизору, слушали их. И это удивительно, какое отношение Филипп имеет к нашей церкви. Потому что его папа, он был тем, кто начинал эту церковь. На поселке Комсомольский. Это было довольно уже много времени прошло. И он делал евангелизацию на поселке Комсомольском в ДК. И там показалось первых 5 человек. И, в общем, с этого начата была наша церковь. А потом прошло много времени. Вот, и сегодня с нами Филипп. Но Филипп тогда еще был очень маленький. Его тогда еще не было здесь в Воркуте. Но он всегда хотел приехать сюда. И сегодня это благословенное время. Вот мы будем разделять вместе. Сегодня он будет служить словом, а завтра он будет служить в поклонении. Вот, наши прославленцы, я их не успел предупредить, чтобы они подготовились к тому, чтобы вести прославление. И они сделали сегодня спонтанно, собрались и такие... В общем, так что я им сказал, что надо... быть естественнее, проще, и все будет хорошо. В общем, да? И давайте мы сейчас поднимемся на наши ноги. Мы начнем наш сегодняшний вечер, вечер прославления, вечер молитвы, вечер слова. И начнем наше замечательное служение сегодня. Я верю, что Господь будет с нами сегодня, Господь будет благословлять нас, говорить нашим сердцам, нашим душам. Отец, мы так благодарны Тебе за это время, мы так благодарны Тебе за это служение. Благодарны Тебе за эту молитву, за наших друзей, за гостей наших. Благодарны Тебе за каждого, кто пришел, кто съезжал, кто здесь номера нас, посетил нас сегодня. Господь, в это особенное время, Господь, для нашей церкви, для нашего Бога, мы благодарны Тебя, Отец. Отец, мы сегодня пришли, чтобы прославить Тебя, чтобы слышать Твое Слово. Отец, мы так благодарны Тебе за каждого человека, кто сегодня пришел, в этот вечер поклониться, прославить Тебя. Отец, наполни, благослови, Отец, Духом Святым. Пусть наши сердца сегодня будут в огне Святого Духа. Пусть благодать Твоя почерна каждому, Отец. Пусть ветер перемен сегодня будет здесь. Отец, мы прославляем Тебя. Отец, мы славим Тебя. Ты достоин славы. Аллилуйя. Слава Тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя. Каждый день мой на
Yeah.
свою отцовскую верность и свой покой. Отче, отче, и мне открыл мои очи, и стали светлыми ночи, и радость идет за рекой. Совершаешь свою работу в нас, Отец. Мы славим Тебя, Господь. Слава Тебе, Отец Небесный. Хвала Тебе, Господь Иисус. Слава Тебе, Бог, за все дела Твои, за милость Твою, за верность Твою, за всемогущество Твое, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Хвала Тебе. Нету подобного Тебе, Господь. Никто не сравнится с Тобой, Бог. Ты есть любовь. Слава Тебе, Отец. Слава Тебе, Господь. На Тебя уповаю в сердце мое, знаю я, Господь, не постыжусь, ибо Ты мой Бог, заступник мой, Ты опора моя, Ты щит и покой. На Тебя уповало сердце мое, знаю я, Господь, не постыжусь, ибо Ты мой Бог, заступник мой, Ты опора моя, Ты щит и покой. Ибо Ты мой Бог, заступник мой,
ты опора моя, ты щелинный покой, на тебя уповано сердце мое. Знаю я, Господь, не постыжусь, ибо ты мой Бог, заступник мой. Спас нас, Господь, каждого. Это уникально, Господь. Ты нашел каждого в этой тьме, в этом болоте греха и явил свой свет, Господь. И в свете своем явил любовь, дал благодать и силу, Господь. Привлек их к себе, явил святость свою, любовь твою к нам, Господь, которая влечет нас, Господь. Иисус, и слова песен не всегда могут выразить всего, чего мы что мы, что хотели бы сказать, Господь, но ты сердца наши видишь, Господь, и мы хотим преклониться пред тобой, Господь, сказать тебе о нашей любви к тебе, о нашей благодарности тебе, Господь, и заявить свое желание, Господь, быть с тобой, нашу потребность, чтобы ты был с нами, Господь, и твоя любовь, чтобы окружала нас, Господь, давал нам силы, Господь, и разума, чтобы преображаться, Господь, в образ Сына Твоего. Ты излил сердца в Дух Святой, и Ты не оставил нас сиротами, Отец. Господь, слава Тебе, Иисус. Только Ты один. Коснулся сердца моего,
течет. Только ты один, Господь. Только ты один. На Голгофе жизнь отдал за меня. На Голгофе жизнь отдал за меня. Истекает драгоценная кровь. Агнца. Агнца Божьего. Присесть одно. Вы знаете, в Библии написано, что когда мы собираемся вместе, мы собираемся для того, чтобы слышать от Господа, слышать Его Слово. И в Библии Его Слово сравнивается с семенем. Но в Библии финансы также сравниваются с семенем. И есть семя духовное, а есть семя материальное. И апостол Павел пишет, что когда мы приходим в церковь, люди, которые поставлены Богом, они сеют в нашу жизнь духовные. И он говорит, велико ли то, если вы посеете в их жизнь, если они пожнут материальные. Потому что вначале духовные, а потом материальные. Но теперь давайте один вопрос вам задам. Если вы поставите на чашу весов, с одной стороны будет духовное, а с другой стороны материальное,
какая чаша должна перевесить? Духовная. Я тоже так думаю. И в Библии сказано, если вы посеете, вас посеяли духовные, далеко ли то, если вы посеете материальные? Пожнем материальные, да? Апостол Павел пишет о служителях, именно о пасторах, о лидерах, о служителях. Братья и сестры, знаете, почему важно нам сеять в жизнь всех людей, которые несут нам Слово Божье? Потому что в Библии написано, что когда мы сеем в духовные, сеем в жизнь служителей, то Бог благословит нас тоже в этом. В Библии говорится, что таким образом Господь печется о нас. В Библии есть много историй, я их вам всех рассказывать не буду, но вы знаете, кто читает Библию, что когда люди что-то отдавали для Божьих людей, они пожинали гораздо больше. Помните женщину, которая посеяла в Елисея, отдала ему булку хлеба, и потом у нее хлеба было вот так вот. Помните других людей, эту женщину, которая поселила Елисея в свой дом, горницу ему приготовила. И что она посеяла, пожала за это, когда у нее сын заболел и умер. Господь воскресил ее. Да, когда мы сеем, мы пожинаем. Таким образом Господь заботится о нас. Мы сеем духовные, а Господь проявляет таким образом попечение о нас. Аминь. Поэтому это вопрос нашей веры. Бывает так, что мы скупо сеем, и потом скупо пожинаем. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. И еще есть благословение в том, что Иисус сказал, заботьтесь вначале о духовном, а остальное все приложится к вам. Ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное все приложится к вам. Некоторые люди думают так, что если я буду думать о духовном, кто будет думать о моем материальном? Как будто бы Иисус сказал, а об остальном не думайте. Нет, Он не сказал, об остальном не думайте. Он сказал, остальное что? Приложится. Есть два слова в русских. Это отложится и приложится. Мне больше нравится приложится. Вот вы хотите, чтобы вам приложилось? Для того, чтобы приложилось, мы сеем духовное, а пожинаем материальное. А как это сеять в духовное? Очень простое. Апостол Павел приводит пример. Он говорит, мне нужны финансы для того, чтобы проповедовать Царство Божие. А где мне эти деньги взять? Он говорит, нужно, чтобы вы пожертвовали. То есть, кому мы жертвуем? Апостолу Павлу. А я-то думал, что я в какое-то духовное сею. Но сея служителей, мы сеем в духовное. И пожинаем Божье благословение. Это Божий такой, ну, круговорот воды, Божий цикл таких благословений, вот, Божья экономика. Вы знаете, что еще одну мысль скажу о Божьей экономике. Вот вы читаете в Библии про царя Давида, и Бог благословил этого пастушка, который никогда не знал и нигде никаких институтов не заканчивал по вопросам управления своей страной. Но когда он умирал, он сохранил и собрал очень много золота для своего сына Соломона, который строил ему храм. И знаете ли, что это были очень большие сокровища. И когда вы читаете о Давиде, он сделал очень много. И там столько-то золота, и при Соломоне столько-то было. Вы никогда не задавались вопросом, а откуда это золото появилось? Но оно не с неба спало. Знаете, откуда оно появилось? Бог благословил их ум, благодаря тому, что они имели мудрость для экономики. Они были хорошими экономистами. Как пастух мог стать экономистом? Я не знаю. Но чтобы в стране были деньги, нужны сильные экономисты. Аминь? Нужны прекрасные бизнесмены. Нужны люди, которые понимают, и это каждый может принять в этом участие, то есть молиться, служить, благословлять, чтобы такие люди поднимались в нашей церкви, в наших семьях, в нашем городе. Это люди были благословенные, и они знали экономику. Вот так. Они знали, с кем торговать, как продавать, какие вещи изготавливать, чтобы это работало. Не просто какую-то штучку, финтуклюшку изобрести, которая никому не надо,
А так, чтобы еще и везде все покупали. У нас сегодня в израильские цветы продаются, пожалуйста. Можете купить с Израиля цветы в доме быта. Израильскую мяту можете в кофейне попить. С Израиля вам мяту привезли. Значит, кто-то подумал, как ее сюда доставить в кофейне в Оркуте мяту. Кто-то подумал, какой-нибудь бизнесмен в Оркуте, как доставить в Оркуту мяту. Представьте себе. Вот так вот, это работает Божья экономика. Потому что Бог дает мысли, идеи и благословляет, каким образом нас. И в церкви есть тоже Божий принцип, Божья экономика. Есть мирская экономика, есть Божья экономика. И Бог говорит, если ты почитаешь, я благословлю тебя. Но есть принцип один, если ты не веришь в это, лучше можешь не давать. Потому что это прогорит. Что будет, как с этим пастором. Говорит, пришел к пастору один человек, говорит, пастор, я хотел пожертвовать 500 рублей, а случайно пожертвовал 5000. Говорит, не можете ли мне вернуть? Пастор говорит, ой, брат, не волнуйся, Господь за счет тебе ровно 500 рублей. Ровно столько, насколько ты веришь, Господь тебе столько и за счет. Сей щедро и верь в Божье воздаяние. Потому что Господь воздает верящим в Него. Вы замечали, да, что как-то написано, кто не про веру. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? Осуществление чего? Ожидаемого, да? То есть нужно ожидать чего-то. Нужно верить в то, что вы это получите. Вера связана с чем-то конкретным. Что я даю, я получаю. Аминь. Иначе сейчас будет служение пожертвования. Мы эти пожертвования собираем для наших братьев. Для того, чтобы покрыть расходы на дорогу. И чтобы им еще было благословение для их семей, для их дома, для их служения. То есть с этих пожертвований мы ничего не берем в нашу церковь. Ничего не оставляем себе в карман. Мы только благословляем наших служителей. Если вы имеете на сердце такое желание, мы сегодня... готовили ящик для вас большой, белый. И вы, пожалуйста, кто будете приносить пожертвования, вот слева проходите сюда, а справа выходите, чтобы здесь не было как бы столпотворения. Пожалуйста, пусть вас Господь благословит. Прослава, можно еще одну песню? Слева. Течет молоко и мед, благословлю тебя. Благословлю тебя, ты пустыня, которая проходя и долиной слав, благословлю тебя.
радует. Давайте скажем такое исповедание. Бог во мне. Бог во мне. Бог со мной. Бог со мной. Бог внутри меня. Бог внутри меня. Его слово живое. Его слово живое. Его дух вечный. Его дух вечный. Он пребывает со мной. Он пребывает во всякое время. Во всякое время. И на всяком месте. И на всяком месте. Он не оставляет меня. Он не оставляет меня. Око его надо мною. Рука его со мною. Благословение во мне. И милость его со мною. Аминь. Аллилуйя. Хотя был экспромт, но было очень хорошо, по-моему, да? Благословенные братья и сестры, пусть вас Бог благословит. Присаживайтесь, братья и сестры. Знаете, время наше так быстро летит. И вот мы, когда, знаете, готовимся к каким-то событиям, праздникам, вот ждешь, а вот оно приходит, потом так быстро пролетает, и кажется, когда так успела, и так и жизнь летит. И вот мы долго ждали наших гостей, Сергея и Филиппа. Сегодня они с нами. Мы будем разделять это общение. Будем разделять Слово Божье сегодня вместе. И давайте мы поприветствуем сейчас Филиппа. И я думаю, вам представлять его не надо. Филипп, пожалуйста. Твоё время, Господь, долго. Аминь. Воздайте Господу славу. Это честь и привилегия находиться здесь. В Воркуте, и я на самом деле мечтаю об этом уже примерно с 8 лет. Как папа вернулся домой, у него была проволока, вот, и здесь сотни тысяч верующих умирали, вот там. И я помню, именно в этот момент я реально полюбил Россию. Поэтому если люди есть такие, которые так любят Господа, которые готовы отдать жизнь за Христа, то мне хочется здесь находиться. Аминь. Воздайте Господу славу за Россию. Вы на самом деле живете в особенном городе. Аминь. Это особенный город. Это не город смерти, это город жизни. Аминь. Скажи, мой город. Город жизни. Аминь. Помни соседу, скажи, что ты получишь что-то новое от Господа сегодня. Аминь. Моя жена, она русская, из Ставрополя, а мой ребенок говорит по-русски, по-английски не говорит. Вот. Когда я спрашиваю, я что-то не хочу говорить по-английски, он говорит, это язык меньшинство, никто на нем в России не говорит. Только папа на нем говорит. Но она имеет молиться. Аминь. Она имеет молиться. И я был в Ростове, помню, на прошлой неделе. И она заставила нашего котенка молиться за наше служение. Чтобы было бы хорошо помазано. Дети такие прикольные, они заставят кого угодно молиться. А мы как дети. Аминь. Просто дети на самом деле всему верят. Ты им скажешь что-то, они верят. Бог тебе скажет, ты победитель. Я верю в это. Ты скажешь ребенку, ты молодец. Она... Я? Это ж так прекрасно. И на самом деле мы должны быть такие. Аминь? Мы должны быть такие. И давайте поднимем наши руки, просто помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, великий Бог, Господь, что мы Твои дети в этом месте, Господь. Наши уши открыты, Господь. Наши сердца открыты, великий Бог, для того, чтобы получить откровение от Тебя во имя Иисуса Христа. Вдохни свою жизнь в нас, великий Бог. Мы просим Тебя, Иисус, наполни нас, Господь. Любовью, Господь, чтобы мы могли нести, Господь, эту любовь другим. Великий Бог, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Кто-нибудь в детстве играл в домино? Но не игра, а вот именно когда вот цепная реакция идет. Ставили там? О, молодец. Молодец.
так прикольно, когда ты ставишь одна фишка домино, и много-много-много, и ты... И есть очень много видео в Ютубе, видели, нет? Где там рекорды Гиннесса, там фишка домино, там. И там это, ну, так интересно, толчок маленький, и потом минут 10 это все идет, и идет, и идет, и башни падают. И я ободряю вообще, посмотри это, потому что в христианстве всегда будет цепная реакция. Аминь. Всегда есть цепная реакция в христианстве. Я верю, что каждая молитва – это цепная реакция. Аминь. Я верю, что евангелизация – это цепная реакция. Я понимаю, что это правда, потому что... Сколько лет назад? Не 15, а 20 лет назад, да? Это больше 20 лет назад мой папа здесь был, он проповедовал, и появились первые 5 человек в этой церкви. Сегодня до сих пор эта церковь есть. Аминь. Вот. Потому что принцип цепной реакции есть в Библии. И мы сегодня это посмотрим. Но я верю, что даже когда ты не увидел результат молитвы, то цепная реакция уже началась. Аминь. Я верю, что даже если тебе послали и сказали, иди отсюда со своим Богом, то цепная реакция уже началась. Я верю, что когда ты молишься за здоровье, но ты этого не увидишь, ты не видишь, а может быть что-то даже становится хуже, то цепная реакция уже началась. Аминь. Потому что мы побеждаем сначала в духовном мире. Аминь. Мы побеждаем в духовном мире. И когда давление идет на нас, значит время звать нашего Господа. Аминь. Время звать нашего Господа. И я помню, как я стал молодежным пастором, у нас было где-то 30 человек в молодежном служении. Вот. Но наша церковь была довольно большая, это был очень маленький процент нашей церкви. Это было единственное служение, которое не было никакого роста. И я служил молодежным пастором 3 года, один человек покаялся за 3 года. И я чувствовал себя просто ужасно. Я чувствовал себя, как будто Евангелие не работает, как будто, возможно, я чего-то не делаю правильно. Я что-то делаю неправильно. И потом я спросил у Бога, я говорю, Господь, может, мое, не мое, может, есть другой молодежный пастор, когда должен взять это все. А потом Бог сказал, нет, это твое. И я начал молиться, я начал искать Бога. И Бог мне сказал делать что-то, которое для меня было, казалось абсолютно смешно. Это делают только бабушки, дедушки и те, которые старые. Это пост и молитва. Это что-то давнее. То, что это молодежь не делает. Молодежь любит есть. Вот, я люблю мясо. Я люблю есть. Есть это хорошо. Но... Посты молитвы тоже очень хорошо. Я начал поститься там один день в неделю, 2 дня в неделю, 3 дня в неделю. Потом Бог говорит, возьми 7 дней и отдых. Я взял 7 дней. Потом Бог говорит, возьми 14 дней. Я взял 14 дней. Все начали смотреть на меня, как будто я какой-то фанатик ненормальный. Что ты вдруг не ешь? Я говорю, потому что, когда мы постимся и молимся, тогда Бог приходит. И даже мои лидеры смотрели на меня и говорят, ты что-то попутал, реально. Потому что надо иммунизировать, надо что-то еще. Я говорю, да, это все надо, но сначала молитва. Аминь. Аминь. Молитва, Божье Слово, отношения с Богом, это фундамент всего. Аминь. Это фундамент цепной реакции, которая будет в этом городе. Аминь. Это молитва. Аминь. И ты знаешь, Бог мне сказал сделать следующее. Я был готов бросить молодежное служение и начинать что-то другое, потому что я рост не видел. И мои силы закончились. Но слава Богу, когда твои силы заканчиваются, тогда Божие начинается. Аминь. Давайте скажем, когда мои силы заканчиваются, тогда Божьи силы начинаются. И я в это время читал книгу очень классную, которая называется «Пост и молитва» Дженсен Франклин. Она есть в ВКонтакте. Я очень советую, чтобы прочитали «Пост и молитва» Дженсен Франклин.
И там он говорит про пост и просил именно поста. И вдруг я молюсь, и Бог мне говорит: ты беременный. Я: чего? Я говорю: не, не, это не слово от Господа. Потом, знаешь, Бог порой говорит какие-то очень откровенные вещи, которые мы вообще не понимаем. И потом я говорю: проясни, что ты имеешь в виду. И он сказал: внутри тебя есть поколение молодежи. Внутри тебя есть слово. Внутри тебя есть песни. Внутри тебя есть призвание. И тебе нужно все это родить. Это очень духовные термины, которые я говорю сейчас. На самом деле. Потому что внутри тебя реально есть что-то. Друзья, пришло время рожать. Если мечта есть внутри, пришло время рожать. Я говорю: да, Господь, я готов, что мне нужно делать для этого? И он сказал: постись 40 дней. Я сказал: отойди от меня, сатана. Я говорю: нет! Но я это сделал. Это полностью изменило мое служение. Это полностью изменило мои отношения с Богом. Все песни, которые, если я пишу, это и есть результат поста и молитвы. Или во время поста и молитвы эти песни приходят. И потом Бог дал идею. И после этого поста наше молодежное служение вырос в 5 раз. Аминь. Воздайте Господу славу. Бог дал идею. Бог дал идею. И Бог даст тебе идею. Аминь. Аминь, аминь. Бог даст тебе идею. Потому что внутри тебе есть что-то. И время рожать. Аминь. Время рожать. Хватит держать это все внутри. Внутри есть тебе. Внутри тебя есть что-то. Есть цепная реакция. Аминь. Есть цепная реакция. Но есть что-то очень удивительное именно про евангелизацию. Часто мы как бы не видим. Мы не видим то, что на самом деле происходит. Мы думаем, что ничего не происходит. Я очень люблю ресторан, вагоны в поездах. Потому что там всегда очень бурно, интересно. Я помню, со своими музыкантами мы ездили и проповедовали на молодежной конференции, все вместе были. Я говорю: ребята, пошли в ресторан «Вагон», там посидим. Там атмосфера. Там конкретная была атмосфера. Потому что там шансон врубили не по-детски. Вообще слышать было невозможно. И было 3 мужиков, которые прыгали, орали и занимались кикбоксингом во время нашего общения. И ребята смотрят на меня, а это все продолжается довольно долго. То есть они смотрят: пошли отсюда. Я говорю: там тут же атмосфера. Это так хорошо, так классно, так здорово. И потом они говорят, 2 из них ушли. Вот. Остался один. И он был как потерянный овец без пастыря. Потому что он ходил туда-сюда, он не знал, куда себя деть. Он чуть не начал расплакать. Чуть не расплакался. И я смотрю на него, он пьяный. Прям очень сильно пьяный. Вот. И я смотрю на него: ты иди сюда, сядь. Он присел, и я начал ему говорить о Боге. И я начал ему говорить, что Иисус Христос умер на кресте, забрал твои грехи, твои болезни, может очистить тебя, омыть тебя. Начнется новая жизнь, ты это понимаешь? Вы смотрите меня. Но я вижу свет в твоих глазах. Это классно, да? Даже когда не веришь, что тебя не понимают, они все равно увидят свет в твоих глазах. Так что широко их открывай. Они увидят свет в твоих глазах. Я говорю: ты знаешь, Бог
У меня есть реальное отношение с Богом. Я все это говорю. Я слышу Его голос. Я слышу Его голос. Я слышу, как Он ведет меня. Он меня обнимает. Я читаю Слово, понимаю. Это меняет мою жизнь. Есть определенное преображение, которое происходит в моем сердце. Ты это понимаешь? Он такой: но я вижу свет в твоих глазах. Короче, все это продолжается. Часа два. Ребята уже смотрят меня: пошли отсюда. Он только и видит свет в твоих глазах. Уже 12 часов ночи, никого нет. Никого нет. И только остаемся мы. Вот этот пьяный мужик. Вот, и девушка, которая обслуживала нас. Вот только маленькая группа людей там. Наконец-то ребята уже пошли. Я уже устал. Потому что я вижу, что человек что-то не понимает. Он видит свет в глазах, но не кается. И потом я встаю и готов идти спать. И потом я слышу, как Бог мне говорит: ты еще здесь не закончил. Я смотрю, а никого нет. Как я еще не закончил? И потом я смотрю, что женщина, которая обслуживала нас, она сидела, ну, примерно, где пастор сидит, здесь. И у нее рот был открыт вот так вот. И я все сразу понял. Я говорю: я ничего не буду повторять то, что я ему повторял 2 часа назад. Ничего не буду. Ты хочешь покаяться? Она говорит: да, хочу. И она покаялась. Аминь. Она покаялась. Тебе кажется, что что-то чего-то не получает. Но на самом деле цепная реакция уже началась. Аминь. Нужно проповедовать в любом случае. Ну что случилось? Она реально получила прикосновение от Господа. Она начала плакать. Она начала просить, чтобы я молился за нее, чтобы она бросила курить. Реально она покаялась. И потом она позвала всех своих подруг из других вагонов. Вот. И у нас такая маленькая домашняя группа была. И из ничего появилась цепная реакция. Аминь. Из ничего. Я думал, что он только и видит свет в моих глазах. Хотя я верю, что он после этого не остался прежним. Аминь. Потому что когда ты сеешь семя, это семя будет расти. Аминь. Это семя будет расти. Есть еще одна история. Кто-то подарил трактат кому-то, 4 духовных закона, да, христианства, который находится в Римлянах. Этот человек получил, говорит: что это такое? И выкинул в мусор. Ну и потом, девушка маленькая, лет 12, что-то решила посмотреть мусор. И увидел трактат. Она открыла и покаялась. Мой брат Павел Реннер, это его жена. Она покаялась таким образом. Потому что она увидела, что был трактат Библии, Бог, что это такое. Вот, возможно, нам кажется, что не получилось. Возможно, нам кажется, что никому не надо вот это Евангелие. Но я уверяю каждого из вас, что цепная реакция уже началась. Аминь. Вы можете воздать Господу славу. Цепная реакция уже началась. Еще история, очень мощная история. Маленькая девушка, лет 12. Она получила слово от Господа, что есть больница. Вот, поднимаешь на там какой-то этаж, заходишь в какой-то номер, вот, и слева будет мужик. Ты ему должен проповедовать. Она находит эту больницу, заходит в эту комнату, на этот этаж, видит мужик и проповедует ему. А он посылает ее: иди отсюда.
И Бог ей говорит, продолжай, 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 продолжай. И она 30 дней подряд проповедует этому человеку. Он посылает ее каждый день, она возвращается. Потом этот человек вышел, выздоровел, покаялся. И этот сегодня Янги Чо. Янги Чо. Бог может использовать любого. Возможно, эта девушка думала, ничего не получается. Но даже если тебе кажется, ничего не получается, я уверяю, что цепная реакция уже началась. Аминь. Цепная реакция уже началась. И давайте мы откроем Писание. Сорок пятая глава. Исаия 45 глава. Здесь написано, так говорит Господь, первый стих. Помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворяли для тебя двери и ворота не затворяли. Все правильно, да? Аминь, все правильно, слава Богу. Но мне очень нравится, здесь написано, говорит своему помазаннику Киру. Ну, я Киру не знаю. Я знаю Филиппа. Я знаю тебя. И когда ты видишь чье-то имя в Библии, то вставь свой. Аминь. Потому что Писание относится и Киру, и относится и тебе. Аминь. И поэтому, когда ты читаешь это место Писания, ты можешь смело сказать, так говорит Господь помазаннику своему Андрею. Помазаннику своему Наташа, Света, Коля, ты можешь ставить свое имя. И здесь не написано, что незначительное, так говорит Господь, незначительному из маленького города без потенциала. Там не написано. Там говорится, что говорит помазанникому своему. Послушай, друзья, мы все помазанные здесь, на этом месте. Аминь. Иисус не зря умер на кресте для нас. Потому что когда Он умер на кресте для нас, Он дал нам свое помазание. Аминь. Чтобы мы шли и благовествовали, чтобы мы шли и говорили о Боге. И я верю, что когда мы это делаем, даже если мы не видим великое пробуждение сейчас в Воркуте, то оно уже началось. Аминь. Оно уже началось. Потому что я начал свою проповедь сегодня с тем, что в этом городе слишком много крови пролито. Слишком много христианской крови пролито. Сотни тысяч верующих отдавали свою жизнь в этом городе. Иисус услышал их. И я уверен, я знаю, что в этом городе будет пробуждение. Несмотря на то, что люди уходят каждый год, несмотря, возможно, что экономика не та, несмотря, что, возможно, я не знаю, там, погодные условия не те. Послушай, это все не важно для Господа. Аминь. Это не важно для Господа, потому что Израиль был пустынем. Но Бог пророчил, что там будет от святые. Бог пророчил, что ты увидишь, как именно пустыня расцветет. Ты увидишь то, что никогда не видел. И сегодня что там? Там цветы. Там красиво. Почему? Потому что когда кто-то видит пустыню, Бог видит оазис. Кто-то видит, что это пустое место, а Бог видит, что это благословенное место. И мы должны посмотреть глазами Бога на этого города. Аминь. Мы должны смотреть глазами Бога на наше призвание, на нашу жизнь. Потому что, помнишь историю, как пророк сказал, иди посмотри там на гору, посмотри, что ты видишь. И помощник говорит, да я ничего не вижу. Он говорит, не-не-не, посмотри еще раз. Он говорит, вау, я вижу множество армий. Я вижу Божью армию.
помолился, чтобы Бог открыл ученику глаза. И Бог открыл эти глаза. Бог откроет наши глаза. Аминь. Бог откроет наши глаза. И там, где мы видим, что ничего не получается, мы увидим возможность. Аминь. Мы увидим пробуждение. Я еще раз хочу повторять, что слишком много крови пролито в этом городе ради Христа, чтобы здесь ничего не было. Я считаю, что это абсолютно чудо, что мы здесь сегодня. Аминь. Аминь. Потому что я уверен, что были те, которые умирали за Христа. Вот именно конкретно в этой области у нас есть железнодорожные пути. И это фактически единственный путь, как можно путешествовать сюда. Я ищу самолетом. Но есть железные дороги. Но кто строил эти железные дороги? Люди, которые были в концлагерях. Люди, которые посылали сюда. Многие из них были верующие. И примерно каждые 3 метра умирал человек. Каждые 3 метра кто-то умирал. И, скорее всего, очень многие из них были верующие. И я уверен, что они умирали и думали: Господь, я умираю. Но я верю, что когда-то в этих краях будут говорить о Христе. Я верю, что в этих краях когда-то будут домашние группы. Это уже происходит. Аминь. Я верю, в этих краях будут церкви. Я верю, что в этих краях будет присутствие Бога. Они умирали, этого не видели, но мы теперь это видим. Аминь. Даже когда ты чего-то не видишь, цепная реакция уже началась. Аминь. И здесь дальше написано: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс и чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Друзья, все двери открыты для тебя. Аминь. Возможно, какая-то дверь есть, и там щель маленькая. Ну, аминь. Ну, дверь не открывается, так ни его немного. Откроется, тяжело, откроется. Потому что те двери, которые Бог открывает, дьявол не может закрыть. Ни один человек не может закрыть эти двери. Здесь написано, что эти двери открываются для тебя. Ворота не закрываются на тебя. И написано: я пойду пред тобой и горы уравняю. О, мне так это нравится. Горы уравняю. Горы уравняю. Проблемы есть, Бог их уравняет. Бог как огромный бульдозер. Что там было? Уже ничего. Аминь. И самое главное, что Иисус сказал, что той же самой силы, которая воскрес, то же, в Писании написано, что той же самой силы, которая воскрес Иисуса из мертвых, находится в кого? В тебе. Аминь. Находится именно в тебе. И Он не сказал, это зависит от города, где ты живешь. Он не сказал, это зависит от финансов, которые ты имеешь. Он не сказал, что это зависит от образования, которое ты имеешь. Он сказал, это зависит от того, что если ты веришь во Мне. Аминь. Знаешь, когда я смотрю на ученики, я понимаю, что Бог выбрал, ну, не самое лучшее. Не самое лучшее. Они плохо говорили. Знаешь почему? Потому что был очевидный и четкий какой-то акцент. Почему? Когда Петр стоял, грелся Иисуса готовили к тому, чтобы распять, ему говорили: что, кто? Я видел тебя с ним. Он говорит: не-не-не. А другая говорит: у тебя акцент даже такой же. Я знаю тебя. Ты, возможно, даже криво говоришь. Послушай, ты, может быть, криво говоришь. Может быть, у тебя не все, что необходимо для того, чтобы быть великим. Но послушай, если у тебя есть Бог, то у тебя есть все. У тебя есть абсолютно все. И даже если у тебя есть ничего в материальном плане, то все можно получить, потому что это наш Бог. Аминь.
цепная реакция уже началась. И я изучал этот момент, я думал, дай-ка я посмотрю еще раз. Мне прям стало интересно, вот именно цепная реакция, как это действует. И я нашел одно видео в Ютубе, я хочу прочитать перевод. Там был один ученый, который говорит, что мы все играли в домино, но на самом деле никто не понимает, насколько сильная вот эта игра. И он взял маленькую фишку домино, сейчас скажу. Из одного. Высота самой маленькой 5 миллиметров и толщиной 1 миллиметр. И он взял и толкнул его. И там был ряд фишек домино. Только последний был 50 килограмм. И я посмотрел это видео, и эта маленькая фишка домино, бум, и падает. Тот, 50 килограмм. Я смотрю на это и думаю, вау, вот это реально, это сильно. И здесь я хочу прочитать его слова. Все умеют играть в домино, но не все знают, что одна фишка домино может повалить фишку размером в 1,5 раза больше себя. И он поставил перед собой 13 фишек домино. Каждый последующий в 1,5 раза больше. Предыдущая и высота самая маленькая, всего 5 миллиметров, и толщиной всего 1 миллиметр. Он осторожно поставил его здесь. И вот эта маленькая фишка домино повалила именно той, которой было 50 килограмм. И вот дальше он начинает говорить. У меня было 13 фишек домино, но если было бы 29, последняя была бы с высотой с Empire State Building. Далее он говорит, ну давайте посмотрим законы физики, которые работают здесь. Каждая фишка домино обладает энергией притяжения. И когда мы ставим ее вертикально, сила притяжения действует в ней настолько сильно, что ей требуется лишь небольшой толчок для того, чтобы совершить падение. И у каждой фишки достаточно сил, чтобы повалить следующее, и так далее, и так далее. В течение этого процесса сила толчка увеличивается в 2 миллиарда раз. Начинает действовать цепная реакция. С каждым толчком и с каждым падением сила и энергия становятся все больше и сильнее. Возможно, ты себя ощущаешь, Господь, я всего лишь маленькая фишка домино. Кто я такой? 5 миллиметров. Кто я? Я помню, когда я написал свою первую песню, я реально себя чувствовал, как будто мне 5 миллиметров. Потому что я думал, вау, будет классная песня. Все будут петь ее. Я начал петь, все вышли из зала. Мне тогда было не смешно. Все вышли из зала. Я помню, что я себя ощущал ужасно. Он был мой молодежный пастор, который врал мне в лицо и говорил, молодец. Но слава Богу, что он мне это сказал. Потому что я, возможно, не написал бы следующую песню. Аминь. И если бы вообще не попробовал бы, то, скорее всего, меня здесь не было бы сегодня. Даже когда ты чувствуешь себя незначительно. Знаешь, я бываю путаю какие-то окончания. Наверное, уже попутал здесь. Но я помню, когда я проповедовал, я однажды проповедовал про жало в плоти. И я вместо того, чтобы сказать «жало», я говорю, у тебя есть жаба в плоти. И причем не понимал, что я ошибаюсь. На протяжении всей проповеди я говорю, жаба в плоти, жаба в плоти. Я начал слышать разные звуки с аудитории, там...
вообще не понимал, что происходит. Потом мне объяснили, что есть разница между жаба и жало. Прекрасно. Я не понимаю, каким образом, но мы покаялись после этого служения. Это Господь. Я помню, когда я проповедовал про Лазарь. Но есть Лазарь, а есть Лазер. И если ты об этом не понимаешь, то проповедь становится очень интересной. Я говорю, Иисус Христос воскрес Лазера. Потом разные звуки. Тюм-тюм-тюм. Думаю, чего я смеялся? В этот момент я реально себя чувствую, как будто мне... Я маленький, я никто, я ошибаюсь, у меня реальные проблемы. Ну все запомнили эту проповедь почему-то. До сих пор все помнят Лазарь. И все смеялись, но мне было не совсем смешно. Но Бог говорил, продолжай проповедовать. Слушай, даже если ты криво говоришь, Бог все равно тебя будет использовать. Аминь. Даже если кто-то говорит, да у тебя непонятное мышление, Бог даст тебе понятное мышление. Аминь. Бог даст тебе понятное мышление. И все двери откроются для тебя. Все двери, они откроются для тебя. И я хочу дать просто несколько примеров тех людей в Библии, которые начали цепную реакцию. Первый находится в Первом Царстве, 17 глава, Давид и Голиаф. Когда Давид победил Голиаф, вся армия, они ушли, они убежали. Потому что они подумали, что если маленький мальчик может сделать это самым великим воином, то что может сделать армия мужиков? Они все убежали. Следующее. Кто произвел нас на самом деле цепную реакцию? Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил, 1 глава по 3 стих. Сидрах, Месах и Авденаго. Я очень люблю это местописание. Я очень люблю эти герои. Потому что это было так. Самая великая империя в мире. И император говорит, закон. Все выходим на главную площадь. Здесь я поставил идол. Если ты здесь живешь, ты должен быть там, иначе ты труп. И собираются тысячи и тысячи и тысячи. Это самая великая империя. Это было событие. Когда мы сейчас видим там какое-то событие в мире, то это есть везде. И в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Твиттере, и в новостях. И везде, и все говорят об этом, то здесь было бы то же самое. Потому что самая великая империя, указ, все идем на главную площадь, и там тысячи, а возможно сотни тысяч, падают и поклоняются. И стоят трое. Я думаю, что они стали популярными очень быстро. Очень заметно было именно их протест. Я верю, что наш протест против греха должен быть заметным. Аминь. Наш протест против греха из-за Христа должен быть заметным. И когда умирали верующие здесь, в этом городе, это было заметно. Они тихо не ушли. Это было заметно. И сегодня мы есть здесь, потому что они умирали. Сегодня есть Евангелие по всей России, потому что они умирали. Не только здесь, в Воркуте, но где бы ты ни шел, есть христиане. Почему? Потому что кровь была пролита, и это было заметно. Это было заметно. И когда они стояли, я уверен, что их друзья или коллеги, или кто-то говорил, ты смотри, смотри, царь сказал поклоняться, ты чего не поклоняешься? Я могу только представить их разговор. Он говорит, видишь, этот идол, он не говорит,
Он не двигается, Он не может исцелить меня, Он не создал Вселенную, вот. Он даже не мертв, Он не был живым. С какой стати я должен поклоняться Ему, когда я поклоняюсь Богу, который создал Вселенную? Царь очень сильно разозлился на них и бросил их в печь. Это мне показывает что-то очень важное относительно нашего призвания. Когда Бог призывает тебя, не ожидай комфорта. Аминь. Аминь? Аминь. Не ожидай комфорта. Потому что легко слушаться Бога, когда все хорошо. Но именно проявляются Его чудеса, когда все плохо. Аминь. Именно тогда это становится очень заметно. И вот что случилось. Когда Он бросил их в печь, Он сказал, сделай больше, больше огонь, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше сделай огонь. И те, которые подбросили в огонь, подавали именно в огонь, они умирали от жары. А там трое. А потом Бог открыл глаза этому царю и говорит, слушай, он поворачивает помощник и говорит, сколько их там было, сколько их там было? Он говорит, трое, господин. А сколько их сейчас? Он говорит, да я вижу четверо. Я вижу четверо. Ангел Господень был там. Ангел Господень – это всегда прообраз Иисуса Христа. Аминь. Ангел Господень – это всегда прообраз Иисуса Христа. И даже когда такое ощущение, как будто жизнь горит, ты никогда не один. Иисус Христа, Иисус Христос рядом с тобой. Иисус Христос рядом с тобой. И послушай, эти ребята, они изменили ход истории. Потому что когда они вышли оттуда, то царь сказал, теперь будем поклоняться только твоему Богу. Этот идол, уже до свидания. А вот теперь будем поклоняться только твоему Богу. И из-за того, что их протест был явным, видным, сильным, изменили законы самой великой империи страны. Самая и великая империя в мире. Бог может делать то же самое сегодня. Аминь. Потому что Бог не лицеприятель. Он не говорит, я буду использовать Сидрах, Месах, Явденаго, я Россию вообще не буду использовать. Он говорит, что Он использует каждого. Аминь. Он использует каждого. Исаия, 41 глава, 10 стих, здесь написано. И давайте скажем это все вместе. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся. Ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. И помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей. Еще раз. Не бойся. Ибо я с тобою. Не смущайся. Ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. И помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей. Еще раз громче. Не бойся, ибо я Бог твой. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя. Десницы правды моей воздайте Господу славу. Это наш Бог. Это наш Бог. Исаия 41 глава и 18 стих. Написано, открою на горах и реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источником воды. Ты видишь пустыню, Бог видит оазис. Аминь. Бог видит оазис. Даже если вокруг тебя все горит, послушай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Еще человек, который начал цепную реакцию, который до сих пор действует сегодня, это Есфир. Потому что она знала, что если она пойдет перед царем без разрешения, то она труп. Она боялась. Но был
Мардехей, который был рядом, сказал, твое время сейчас. И если ты не поднимешься, Бог найдет другого. И это самые страшные слова, которые я когда-либо слышал. Потому что правда в том, что если ты не поднимешься сейчас, Бог найдет другого. Да. Это страшно. Да. Бог милостив, но Он не глупый. Аминь. И Он будет милостив, если ты один раз ошибаешься, второй раз ошибаешься, третий раз ошибаешься, третий, там, пятый, шестой, седьмой. Но если Он видит, что ты не будешь двигаться, Он найдет другого. И точно так же, как Иисус сказал, почему ты не использовал талант, который я тебе давал? Верный, неверный раб. Ты должен был взять то, что я тебе дал, и умножить его. И он забрал тот талант у одного и передал тому, у кого было 10. Я не хочу, чтобы Бог забрал мой талант. Аминь. Но я знаю, что это произойдет, если я перестану читать Библию. Это произойдет, если я перестану молиться. Это произойдет, если я скажу, да я уже добился, зачем мне больше учиться? Я пошел учиться в джазовый колледж, потому что я чувствовал, что роста нет. И я вижу, как Бог меня поднимает еще больше. Я единственный, но я не единственный верующий в этом вузе, но я единственный, который громко говорит о Боге. Потому что каждый год мне говорят, споешь ты христианскую песню на экзамене, ты рискуешь на четвертку. Я говорю, я готов рисковать ради этого. Ради этого стоит рисковать. И я еще ни одной четверки не получил. Аминь. Наоборот, жюри почему-то улыбается, когда я пою. Они железно смотрят на всех. Ну почему-то, когда я пою. Очисть меня, возьми меня, славе Твоей свободен я. Очисть меня, возьми меня, вся жизнь моя в Твоих руках, Иисус. Твои поднимают свои руки. И в зале те, которые курят, пьют, и которые иногда говорят, ты никакой. Плачут. Я говорю, ты такой крутой. Я говорю, это Бог внутри меня. Это Бог. Ты можешь производить цепную реакцию. Цепная реакция, она уже началась. Есть сфера. Она спасла свой народ. Если бы она тогда не поднялась, если бы кто-то тогда не поднялась, то израильского народа не было бы сегодня. Не было сегодня. И сегодня до сих пор есть праздник, где они празднуют. Именно этот день, где их не убили, а они выжили. Потому что есть вера. Она начала цепная реакция, которая до сих пор есть сегодня. Просто вообрази, что Бог может сделать через тебя. Просто вообрази, что Бог может сделать тебя, через тебя. И возраст ваш совсем не имеет значения. Исаия было 6, когда Бог его призвал. Иисусу Навину было 40, когда его призвали. Сколько Исаии? 6 лет? Исаии было 6 лет. Да? Моисею было 80. Давид был лет 14 или 15. Еремия, да, Бог призвал его. Бог призвал каждого из нас, когда мы еще в утробе были. Вот почему мы здесь. Аминь. Аминь. Воздайте Господу славу. Возраст вообще не имеет значения для Бога. Аминь. Вообще не имеет. Псалом. 149 глава, 7 по 8 по 9 стих. Здесь описывается наша власть.
для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей в их узы и вельмож их в оковы железные, производить на нивы суд писанный, честь сие всем святым его». Послушай, у нас есть честь сдавить дьявола именно нашими молитвами. Аминь. Дать ему оковы, и он: «А, не могу двигаться, на это молится! Я хотел уничтожить Воркуту. Я хотел уничтожить Россию. Я хотел уничтожить христианство через коммунизм. Я хотел уничтожить это. Но я не смог, потому что они молились. И написано, что честь сия принадлежит всем святым его». Мы святые здесь, на этом месте. Святые означают отделенные, другие. Мы другие, мы отличаемся, с нами Бог. Мы отличаемся от толпы, потому что с нами Бог. Даже если никто тебя не понимает, они все равно увидят свет в твоих глазах. Аминь. Они все равно увидят свет в твоих глазах. Потому что наш Бог – великий Бог. И есть очень много примеров именно тех людей, которые сделали цепную реакцию. Чего-то начали. Они были маленькими, никакими, но Бог их использовал сильно. Но самое главное из них – это Иисус. И интересно, как Он начал свою цепную реакцию. Он верил не только в то, что нужно молиться за больных, и они исцеляются. Он верил не только в то, что нужно изгнать бесов, и они выходят. Он верил не только в то, что он может молиться за мертвых, и они воскрешаются. Он также верил в своих учеников. И когда он начал свое служение, первое, что он нашел, это ученики. И он отдал свою жизнь именно им. Это очень-очень важно. Потому что если бы Иисус это делал, Иисус бы умер. Но Он передал это. Он передал это. Они ели с Ним. Они общались с Ним. Когда притчи были какие-то непонятные, написано, что никто ничего не понял. Народ ничего не понял. То они спрашивали: «Иисус, расскажи нам, что ты имел в виду?» И Иисус объясняет. Почему? Потому что Он открывался им по-другому. И вот эти ребята шли и говорили всем о Христе, когда Иисуса уже не было. Чему я все говорю? Это. Если ты хочешь начинать цепную реакцию, найдите своих учеников. Найдите, в кого ты можешь вкладывать свою жизнь. Аминь. Начинай эту домашнюю группу. Начинай общаться. Звони тому брату, который не сидит здесь. Сестра, которая не сидит здесь, позвони ему, начинай вкладывать свою жизнь. Иисус умер, но Он воскрес. Аминь. Остались Его ученики. И апостол Андрей, он дошел до Киевской Русь на то время. И он проповедовал Евангелие там, и они поверили. И поэтому мы здесь. Иисус начал цепную реакцию через свои ученики. Мы ученики Иисуса сегодня. Мы продолжение цепной реакции, которую Иисус начал больше 2000 лет назад. Аминь. Продолжай, делай то же самое. Потому что Бог не только смотрит на их сферы, Бог не только смотрит на Месах, там, Авдинага, вот, Седрах. Но Бог смотрит на нас. И мы живем в последнее время. И многие пророчествуют, что именно через Россию придет пробуждение, которое еще никто не видел. Я верю, что цепная реакция уже началась. Я уже сказал, что слишком много крови было пролито.
для того, чтобы это все было впустую. Но из-за того, что верующие умирали здесь. Верующие умирали в вашем городе. Послушай, ваш город святой. Ваш город святой. Честь и привилегии, что вы находитесь именно в этом городе. Потому что вы находитесь в городе, где есть огромное количество веры. Где заплачена огромная цена. И просто надо начинать молиться. И копать глубже, и глубже, и глубже, и глубже. И то, что другие не нашли, ты найдешь. Ты найдешь, и начнется пробуждение здесь. И это относится к евангелизму. Это относится к идеям, которые Бог дает тебе относительно бизнеса. Ты говоришь, ничего нет, будет, есть, копни глубже. Это относится к творческим идеям, там, это относится ко всем, аминь. Это относится к каждому из нас. Ты говоришь, ничего нет, есть, копни глубже. Копни глубже. Здесь заплачена слишком сильная цена. Давайте мы все встанем. Ура, хаталикита мусура, яндара мусура, хаталия мусура. Ora hatelia rabo surra hatelia rabo surra valeria rabo surra valeria rabo surra. Давайте все поднимем наши руки. Умра валеди рабо surra valeria rabo surra. Ora hatelia rabo surra hatelia rabo surra. Можно простить, что поиграли на окно. Лихалеле килерамо сумбрелиамо сулевелиамо су. Лифревелиерамо кулелиамо су. Лифревелиерамо самбрабала. Le frava le diandore messi chi la mossura male diandore. Le frava le diandore viriamo sulle male diandamo sulle la bassa. Le frava le diandamo sulle male diandamo sulle la oh patoniaio si ti vei su. Patoniaio si ti vei su. Ты достоин всей хвалы, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, что это город жизни. Это город жизни во имя Иисуса Христа. Это город жизни во имя Иисуса Христа. Это город пробуждения во имя Иисуса Христа. Это город радости во имя Иисуса Христа. Это город исцеления во имя Иисуса Христа. Это город света во имя Иисуса Христа. Это город искупления во имя Иисуса Христа. Это город новых идей во имя Иисуса Христа. Это творческий живой город, потому что Твой Дух здесь. Живо и действенно в нас, Господь. Твое Слово живо и действенно в нас, Господь. И то, чего мы провозглашаем, мы получим во имя Иисуса Христа. Йомбра валелитила мусура малерианда. Йомбра валериана мусура малерианда. Лила мусура малерианда мусура малерианда. Эсса нара макула лириана мусундриана мусундра малерианда. Лила мусура малерианда мусундриана мусундра. Урре валериана мусура малерианда. Я хочу возлагать руки на тех, которые здесь. Если ты веришь, что Бог может и хочет использовать тебя, производить через тебя цепную реакцию, то выходи сюда вперед. В любом сфере, выходи сюда вперед. Быстро выходим сюда вперед.
Sembrava un po' basso, sembrava un po' basso.